Здравствуйте, и это битва экстрасенсов. И здесь, говорят, живут дом с одержимой девочкой, с плохой энергетикой. И для этого эта передача и основана для этого. Мы вызвали самого хорошего экстрасенса, Джимиля Гашанова. Здесь я чувствую, где есть одна одержимая девушка, которая хочет помощи от экстрасенсов. И для этого я пришел? Ну да, это же ваша работа. И сколько мне платят? Как обычно, 10 тысяч баксов. И да, я пришел помочь к этой одержимой женщине. Все? Я чувствую здесь плохую энергетику. И эта энергетика находится прямо за мной. А, вот она где. Меня зовут Джимилья. Это мое имя. Это имя, это мое имя. Получай несчастье. Я одержима огромным темным разрушителем. Она что, реально одержимая, что ли? Ну да, у нас денег нет для профессиональных актеров. О, бля. Ну, сколько вы говорили за это мне платят? 10 тысяч баксов. Ну, конечно, я не против, конечно, но с этой тварью я не могу работать. А она реально чокнутая. Закрой свой паршивый рот. Ну, перейдем к деле. И, Азмилия, у тебя внутри тема разрушителя. И как вы с этим живете? Уходите ли вы оттуда? Ах ты! Мы видим с Джамили и Амили, как они дерутся с одержимой. Очень полезная информация. Вы попали в программу «Битва экстрасенсов». Как вам одержимая Амилия? Опишите про нее. Ну, для первого раза сойдет. Теперь энергетика. Ну, я чувствую тут плохую энергетику. Ну, все нафиг. А как же 10 тысяч баксов? Я избавляюсь от этой энергетики. Иди ко мне, я сожру тебя полностью. Сваливаю, нафиг не нужны деньги. Где мой горшок? Не так быстро! Я сожру тебя! Я не собираюсь оставаться в этом доме. Где вход? Тупик! I'm not going to be able to do that.